Тверь вновь приехали тамбовские пчеловоды. Продукция семейной пасеки Тюриных уже давно полюбилась жителям областной столицы. А с приходом зимних морозов, кажется, нет ничего лучше, чем приобрести килограмм другой вкусного и полезного лакомства. О работе выставки-ярмарки тамбовского меда расскажем в следующем материале. Кажется, сложно найти тверичанина, который не был бы знаком с продукцией семейной пасеки Тюриных. Вот уже около 10 лет тамбовские пчеловоды радуют жителей столицы Верхневолжья не только полезными, но и вкусными лакомствами. Как всегда, на выставке-ярмарке представлено около 15 сортов меда. Среди них как традиционные сорта, такие как гречишный или цветочный, так и более редкие кориандровый с прополисом или мед из расторопши. Традиционно большой популярностью у тверитян пользуется акация. Мед. Он, во-первых, очень долго стоит жидким, то есть не засахаривается, как остальные. К тому же он очень хорошо усваивается. Его можно даже людям, у которых сахарный диабет диагностирован, деткам можно маленьким давать, не бояться, что будет аллергии. Также акациевый мед оказывает благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт и легочную систему. Не менее полезен мед с кедровыми орехами. Это не только очень вкусная смесь, но и источник нужных любому организму белков. Словом, на выставке-ярмарке тамбовского меда любой покупатель сможет найти что-то для себя. Я попробовала здесь ряд образцов, и мне больше всего понравился липовый мед. У него такое насыщенное послевкусие и есть легкая горчинка, так как я люблю. Мед полезный. Ну и вкус действительно похож на настоящий мед, не балованный. Нам нравится. Каждый день обязательно, обязательно мед. Сам я сибиряк, у нас пасека была у отца, всего 4 улья. Отличная вещь. Выставка-ярмарка тамбовского меда будет работать в Твери до 19 декабря. Приобрести продукцию семейной пасеки Тюриных, которая, кстати, может стать отличным подарком на Новый год, можно в двух местах. В бизнес-центре Тверь на Смоленском 29, а также в торговом центре Олимп. Для покупателей действует привлекательная система скидок. Так, при покупке 5 килограммов меда 6 в подарок, а 3 килограмма цветочного меда можно приобрести всего за 1000 рублей. Торопитесь!